и финальную встречу двух команд. В белом кимоно команда «Самбо-70». В синем кимоно команда «ЦСКА-2». В белом кимоно Игорь Лукаша, «Самбо-70». В синем кимоно Каша и Ника, «ЦСКА-2». Ислам Пачкаев, он представляет ЦСКА-2.
белом кимоно Раткевич, синим Бачкаев. Субтитры сделал DimaTorzok.
Татами 2 чистую победу одержал Бачкаев Ислам. 6-2. Счет командной встречи 0-2. На татами приглашаются спортсмены весовой категории до 38 килограммов. Самбо 70 представляет Али Дагоев. ЦСКА-2 Александр Пузаков. Татами 2. Победу со счетом 1-0 одержал Пузаков Александр. Счет командной встречи 3-0. Thank you.
приглашается самбо 70. Костылев Андрей, весовая категория 42 килограмма. От ЦСКА 2 Максим Кандауров. Спортсмены, свободные от встречи, пожалуйста, зайдите за парапет, освободите татами. Не мешайте зрителям. Благодарю вас за понимание. В этой встрече со счетом 1-0 победу одержал Максим Кандауров. Счет команды встречи 0-4. На татами приглашаются спортсмены весовой категории до 46 килограммов. От самбо 70 Минаев Уваров Виктор. От ЦСКА 2 Байрам Аббасов. Спасибо.
Чистую победу одержал Виктор Уваров. Сам по себе. Счет командной встречи 4-1-4. На Дадаве приглашается весовая категория до 50 килограммов. От самбо 70 Федор Минаев. От ЦСКА 2 Рустам Дадаев. Чистую победу одержал Федор Минаев. Счет командной встречи 2-4. На Дадаве приглашается весовая категория до 55 килограммов. От самбо 70 Тихомиров Егор. От ЦСКА 2 Михаил Балакин. Пошел!
Время!
встрече со счетом 1-0 победу одержал Тихомиров Егор, самбо 70. Счет командной встречи 3-4. На татами приглашаются спортсмены весовой категории. До 60 килограммов. От самбо 70 в этой категории заявлен Денис Егоров. У ЦСКА 2 Мухиддин Нуравшан.
Команды приглашаются для объявления результата. Уважаемые зрители, давайте поддержим наших участников, которые через финале и показали, что каждый из них достоин быть победителем Кубка Центрального спортивного клуба армии памяти заслуженного мастера спорта Мелика Карловича Мухаметшина. Команда приглашается для объявления результата. В результате командной борьбы первое место и звание победителя завоевала команда ЦСКА-2. Команда «Самбо-70» завоевала второе место. Внимание! Через 5 минут...